Ну хоть карта другая, уже спасибо на этом. Ну давай, давай, братан. У меня все в порядке, Зер. Все, окей. Давай сделаем норм. И тут вопрос в чате. Какой любишь пиво? Я люблю героин, ребят. Пиво уже ни о чем. Пиво уже не вставляет. Спасибо, Нойз. Так, ну что? ГМЛ. 500 миллиардов раз в мутациях. 100-500 миллионов раз в мастер-лиге. 101 раз в командном режиме в мастере. Потомственные задроты в команде. Счет 1-1. Было 3. Недостаточно минералов. На разведку сходишь или нет? Да. И схожу, и слетаю, и съезжу. Блин, вот на этой карте, если там рандом, если вот, вот если ему выпадет тос, ты знаешь, что он будет делать. Да конечно, это все тосы делают. Всем просто. А если будет два зерга, уже у них шансов меньше. Два зерга, я их просто уничтожу. Я буду просто. Играю. Знаешь, короче, как буду играть? Если сейчас все будет нормально поначалу, буду играть как этот. Помнишь, на турнире, где мы играли 3 на 3, где зерг играл с двух хат? Просто рачей строу нон-стоп. Просто нон-стоп, без остановки. Да, но он еще нидусами напрягал на 4.30. Но это он начинал, там 3 на 3, там чуть другая философия. Да, хата у него. ЗВЗ. 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 Две хаты. Я предлагаю, короче, с двух фекторов. Я сделаю две фектори, четыре танка, и мы пойдем в пуш, разложимся где-нибудь вот тут. И чтобы нас не выбить было, но мне нужна быть твоя помощь, опять же. Понял, о чем я? Есть смысл сделать много рачей без мува, без лоя? Да. Нам нужно только третий убить и отойти. Ну, так, чтобы с переходом. То есть это не алым. Гелиона есть? 3.30. Просто Гелиона, блин, придется Гелиону сделать. Нет, тогда отмена этой фигни, потому что я в Гелиона буду играть. Потом. Уже потом. Хера у них собак. Дай им столько собак-то. Не могу выполнить эту команду. Так, для зверга я буду тогда оверов вешать. Нельзя, это мастанки, это бред. А вот и новая королева. Главная проблема, что вот сейчас они могут просто пойти с стадом в атаку. У меня гелик есть. Раз, один. Зачем? Ты рачи делаешь, я понял, да, что мы отменяем? Да. Позже, может быть. Беллинг Нест у парня есть. Я не вижу ни пуши, ничего. Ну, значит, нет там пуши. Беллингнест есть, но, видимо, перестраховочный. Виспены у всех одни. Никто в фаст лайер не пошел. Я дрона заныкал у них на базе. Стадо пошло? Угу. Да, закрой меня, пока я крип не поставил. Скорость. Выпусти меня. Пожалуйста. Давай типа имитируем. Типа такие, у нас ну, роущие. Да. Где твоя третья на 4.30 зер? А у меня надежность. Ну блин, а там. Там этот. Че там, собак много? А, ну нет, тут тоже вот поздняя атака. С двумя танками можно будет пойти. Ты можешь пока порбить камни вот эти. Этот сейчас мутор какой-нибудь выйдет и... Я
просто до сих пор не знаю, что второй зерг делает. Я узнаю. У этого очень много собак. У двух. Я дал геликов на бас. Они сейчас спали, походу. Там до хера, я тебе скажу. Да. Я тебе базу встала, я вижу. Много-много-много всего идет, слышишь? Очень много. Нам нужно больше минералов. Разложись. Ну давай обмазываться. Это нормально. Недостаточно минералов. Мало газ. Не муда, по крайней мере. Много-много роучи. Сосай справа открой. Эй, у нас мало минералов, не хватает энергии. Надо сейчас на золото потихоньку выходить. Хотим? Давай. Хотим. Тебя надо на золото выпустить. Хотя тебе газ нужен, тебе зачем золото? Ставь две базы, короче. Помогай, прикрывай со мной, ходи сюда. Мы поджимаем, нет? Нет. Там рачи 0-0? Чувак, у меня уже 1-1 готовые. Не могу выполнить эту команду. Разложиться по третьей надо. По третьей, через камни? Ты кто тату заказал, только сегодня их слушал. Ну, в смысле, это хорошо. Сегодня на золото пошли. Понадобится больше надзирателей. Наша база атакована. Ниду, стой! Да это я к ним, я для отвлечения внимания. Занимаем позицию, занимаем. Не падает сейчас. Я от фокуса Беллинга. Прикрывай мои танки, прям ценой роучи. Нижнюю. Зайдем наверх? Да. Нет, наверх не зайдем. Танки. Нахер ты слез. Нормально. Для этого потребуется больше. Не хватает энергии. Сейчас с танками идем наверх. Нет, надо отступать на третью. Потихоньку. Они бодаются. Поэтому не надо сюда лезть. Я танки слил, все, уходим. Нам нужно заходить через... Наша база атакована. Вот у меня дома 4 вообще танка. Уходим? Да. Месторождение минералов выработано. Вот это надо встречать. Да, они золото ставят. Союзники атакованы. Он просто отдается как скотина. Боже, я имбецил, я скорость врачам забыл. Это на респину гейзели строить надо. Дер, почему у тебя 3 хаты? А не 7. Союзники атакованы. Потому что я давно не это. Там-то правда гидра. У меня как бы не так много. Ничего там. Блин, там много лимита. У меня ничего нет. Породи больше надзирателей. Недостаточно энергии. Не хат много, блин. Как, что? Да, блять, ну... Сука, ёбаная квина. Просто базы негде ставить. Как я, блин, без скорости роучем, боже мой, я что, даун? Эволюция
Опусти свой ебучий саплай, пожалуйста. Спасибо. Иди сюда, блять. Иди сюда, я сказал. Так много ругаешь. У меня больше 40 видит. Раз. Лови. Лови, 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 лови дерьмо, лови. Блин, умеет он, конечно, на муви ходить. Ой, да пошел нахер. Гасты вы глупые. Не могу выполнить эту команду. У меня 200 лимита есть. Но люркеры через 30 секунд. 2-2 через 30 секунд. У них золото стоит. Через левый низ, да? Да. Нужнички от меня. Хочу давать на... Нам нужно больше минералов. А вот и новая королева. Одним скоплением... А что у меня гряды немножко завтыканы? Ломаем эту базу нахер. Где-то сзади, 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 сзади. Видишь, да? Мы... Что делаем? Деремся. Стоим, да? Стоим. Одним скоплением минералов меньше. Под танки, под танки. Можно мне вижен дать наверх? С двух сторон здесь анальное кольцо. Ну и что? Я свою сдержал сторону. И ты свою держал. Продолжай, 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 продолжай. Эй, у нас мало минералов. Ну давай, если тебя есть, то это. Есть люра. Под танками стой. Союзники атакованы. Союзники атакованы. Ой. Да срал я на тебя. Просто убиваем хату и уходим, понял? Союзники атакованы. И право. Здорово. Двигайся дальше. Не могу, у меня тут ничего нет. Зерк, просто... У меня просто дома... У меня армии нет, мне нужно чуть-чуть буквально подкопить. Под люркерами. Сейчас, убью эти. Блин, зерк, надо вступать. Плохая позиция очень. Это, блин, под герой. Похоже, наша стая вступила в бой. Не могу выполнить эту команду. Ну, минус одна. Минус вторая! Тихо. Почти руки опустил. Ретардс! Домой! Да езжешь! Красавчик! Неужели ты начал играть? Да! Разыгрался по второму ночи. Первая игра, в которой у меня появился тиммейт, и... Выиграли! Аллилуйя! 430 ЭПМ у пацана, 6к ММР зерк, которого мы выиграли. Потому что у меня тиммейт появился! Ой, посмотрите! Смотрите-ка, на этот графон и то, конечно, по рабам все плохо, ну хотя по армии тоже все плохо, ну хотя бы... У меня 2-2 люра, у меня куча личинок, у меня все норм. Все, было. Зерк вышел мне в лимит роучи без скорости, правда, тут тоже скорости не было, как в прошлой игре. А сделал сколько рабов? Сейчас тебя, ну, не сильно больше... Ну, мой график не отставал, уже он не на пол шестого. Ой, спасибо, блин, аллилуйя нахрен. Аллилуйя просто. Появился тиммейт, выиграли игру. Оказывается, 2 на 2 играется 2 на 2, а не 1x2. Кандри. У меня уже соседи стучат, что я заливаю их потом. Потом просто горят, вода льется из окна. Это бэтсофт. Им форточку пришлось закрыть. 3 у тебя нифига. В этой игре я на самом деле расслабился, а ты... Неужели хоть когда-то я смог расслабиться? Ты мне что-то даже сделал, выиграл почти. Ну, то есть в этой игре ты очень крутой, ну, молодец. Вот. Не люблю хвалить людей, но вынужден признать, что здесь ты был хорош. Я все время...
Да успокойся. У меня Нидус все время разбинживается. Блин, я вот его ставлю, бинжу прям сразу, а потом что-то херак происходит, его нет в бинде. Я не могу его вовремя поставить. Супер лайфхак. Бинжишь Нидус на 3 и постоянно кидаешь. И дочекание в Нидус сажаешь. И Нидус всегда сажаешь. А, Нидус можно же добавить какой-то кнопки, из которой потом ты можешь быстро взять, чтобы домой не возвращаться. Например, к хатам тем же. Я просто его на 3 бинжу. И всегда, когда иду в атаку, Нидус у меня где-то сзади, как пилон. Все, это жесть. Блин, ну вот этот тип, конечно, он много, много повидал. Но не выдержал зергский. Мейт у него, конечно, просто. 101 раз в мастер лиге, 20 тысяч игр. Ну не стат, конечно, отстойная. Его мэр мало. Ну, короче, они такие. Ну 6к зерг, это прям вау. Вот в прошлой игре я этого маму боялся. Сейчас мне было вообще на него похер. Я вышел в тренычке, я вижу, что у меня лимит есть. Я вижу его лимит. Чиза у них вначале не было. Графон такой, чтобы я себя прогеймером чувствовал. Мне хочется поиграть на плохом графоне. Зайди запросов, ты передумаешь резко. Нет, запросов тоже как бы. Слушай, я спустя 9 лет понял, что гасты — это неплохой юнит. Серьезно? Да, так у меня настроенный...